прошлом году к нам в редакцию обращались горожане насчет проблемного тротуара на улице Комсомольская, которым пользуется множество пешеходов. Спустя почти год берчан продолжает беспокоить та же проблема в том же месте. Почему все осталось по-прежнему, разбирался Аркадий Ефимович. Жалобы на состояние тротуара вдоль улицы Комсомольская в районе так называемой Ферганы поступали от берчан еще в августе прошлого года. Люди возмущались, что на этом участке насыщенный пешеходный трафик, а тротуара практически нет. Вместо него остатки асфальта, ямы, а в непогоду непролазная грязь. Прошел ровно год после того, как я уже об этом освещал, об этой проблеме. Вот. Грубо говоря, результата никакого от администрации города Бердска не было. На сегодняшний день вот, грязь, разбитый тротуар, лужи, оно вот, имеет место быть. В прошлый раз нам удалось выяснить, что исковерканный тротуар – последствия производимых МУП КБУ работ по ремонту подземного трубопровода. Тогда в комбинате бытовых услуг пообещали, что ситуацию исправят, как минимум отсыпят аллею щебнем. В данное время обратившиеся говорят, что ничего не сделано. В коммунальной структуре на этот счет есть альтернативные аргументы. И вывозили щебенку, и щебенку подсыпали, там подсыпано щебенка. Не знаю, может, провалился. Не то, что щебенки подсыпали, абсолютно точно. Но абсолютно точно, что там будем еще трубы менять. Не знаю, хватит ресурсов. Но то, что менять будем, однозначно. По словам обратившегося гражданина, он не первый год пытается влиять на проблему. И на ее решение на местном уровне уже не надеется. Месяц назад мужчина написал обращение в приемную губернатора. Я пытаюсь акцентировать внимание данной проблемы не саму администрацию, потому что они уже об этом знают. Я пытаюсь вышестоящее руководство акцентировать внимание. А они, наверное, не хотят. Они спускают это к тем, кто этим должен заниматься. В городской администрации, в свою очередь, разъяснили, что на этом участке Комсомольской дело не в плохом тротуаре. Здесь более масштабные планы. В 2019 году планируется расселение на Комсомольской трех домов, которые как раз расположены вдоль данной улочки, мы говорим. А напротив у нас планируется в 2019 году снос старой бани. И однозначно вся территория она будет благоустраиваться. Также замглавы отметила, что отдельные участки, прилегающие к улице Комсомольской от Ленина до Первомайской, включены в программы «Безопасные и качественные дороги» и «Благоустройство дворовых территорий». Исходя из этого, изменения здесь предполагаются глобальные. Надо только набраться терпения.